Да, на днях произошла такая ужасная трагедия, что двое наших студентов пострадали в теракте в пабе. Стена. Сейчас мы собираем денежные средства на то, чтобы помочь этим ребятам. И самое главное, что даже День студента, мы о них не забываем. И на входе университета стоит скринька доверия, можно так сказать, чтобы мы помогли, чем можем, тем поможем. А главное, чтобы они были здоровы, и мы ждем их в университете на парах. Я думаю, что они скоро к нам присоединятся. Вы к ним ходили, навещали, как-то были с друзьями? Да, сегодня и совсем когда произошла эта трагедия, мы приходили с нашим студенческим активом для того, чтобы просто, даже не то чтобы поговорить, а просто поддержать родителей и друзей, которые там с ними рядом. И самое главное, это то, что мы все вместе одна большая бекетовская семья.